Да ведь не пью я. Ну, по 10 капель все пью. Разве что по 10, но куда, куда? Ну, я уже слышал. Французский, тебе понравится. Ну? За встречу. Ну, рассказывай. Что именно? А все. Про свою жизнь. Да ничего интересного. Тюрьма, каторга. Или, может, тебе о бандитской жизни рассказать? Да тоже ничего хорошего. Пальба, налет, людишки перепуганные. А... Я во всем свете одному человеку завидую. Это тебе. Люто завидую. Знай, я для вас с Анной все, что угодно. Ну, хочешь, я тебе помогу, Гриш? Деньги есть. Справим тебе новые документы, уедешь, начнешь новую жизнь. Ты же талантливый человек, Гриш. В тебе талантов больше, чем во мне и в Зельберге. А? Нет, Олесь. Мне дороги обратно нет. Я бандит и весь в этой жизни. Да и потом у меня там друзья. Поздно уже. Привык я. Знакомый, Йося, куда ты так пройдешься? Можно и по башке получить. Конечно, как мамучил. А где остальные? Вот, вот. Давай скорее. Давай, сейчас полетим здесь, будет так грязь. Далее он низом приплыл. Но! Вы что, опять вместе? Мой человек разобрал только одно слово. Казначейство. Плохо было слышно. Перегородки хоть и тонкие, но все равно. Он понял, что они, то есть Котовский, собираются брать казначейство. Но мне кажется, это бессмысленно. Не получится. Это что, магазин, что ли, какой-то там? Так ты когда об этом узнал? Так это самое, вчера вечером. А что ж ты молчишь, сукин сын? Так это самое... Почему я должен последним узнавать? Так я думал, что... Надо думать, отчетность у нас в порядке. Да.
Стараемся, стараемся. И чиновники у нас прекрасные. Строго следуют инструкциям, присылаемым, так сказать, сверху. Что такое? Простите, господа, вас что-то заинтересовало? Я могу дать пояснение. Или же любой другой наш сотрудник. Ну что ж, безусловно, мы должны будем еще посовещаться и обменяться мнениями. Но уже сейчас я могу заключить, что наш отчет будет составлен исключительно в положительном ключе. Благодарю вас. Очень, знаете ли, стараемся. Все, что в наших силах. Исключительно все указания. Условия хранения наличности. Что, простите? Мы должны проверить условия хранения наличности. Вы считаете это необходимым при столь образцовом порядке, который мы здесь увидели? Проверка! Есть проверка. Да-да, вы совершенно правы. Ну, если господин директор не возражает, вы не могли бы распорядиться, чтобы охрана сопроводила нас? Ну что вы, ну какие могут быть возражения? Прошу, так сказать, наши закрома. Да я сам с радостью вас провожу. Прошу, господа, прошу. Благодарю вас. Прошу. Благодарю. Прошу, вот, так сказать, наши запасы. Прошу вас. Прошу. Благодарю вас. Не-не-не-не-не-не. Чудесненько. Да. Ну что ж, пожалуй, приступим. Да. Трогай. Я тебе уже два раза объяснял. Мы не комиссия из Петербурга. Мы бандиты. Мы пришли за деньгами. Я Григорий Котовский. Как же это? Документацию полдня проверяли. И звонили, мол, комиссия приедет. И телеграмма! Тис! Это он звонил. Это я звонил. Я понял. Вы верно инсценируете ограбление. Так сказать, желаете проверить нашу охрану. О, Господи. Эх, давай, мужу рот заткни. Ну невозможно так работать. Я и так нервничаю. Иди работай. Последний раз. Повторяю. Ваше превосходительство. Поверьте, мы понимаем, с какой радостью вы с нами расстаетесь. Но что делать? У каждого из нас свои обязанности, своя работа. Мы свое дело сделали. Теперь вы можете вздохнуть с облегчением. Вздохнете? Вздохну. Имеете все основания. Честь имею. К тому же отчетность у вас в порядке. Ой! В полном. Прощение просим, ваше превосходительство. А это кто был? Самый солидный. Это Котовский. До свидания. Всего доброго. Вася, хватит читать газету. Нам давно уже пора ехать. Ну, все, так все, поехали. По глаза испортишь. Ну, милая. Ну.
Ну что, господа? Какие будут предложения? Аарон. Какие могут быть предложения, Гриш? Разделить деньги да разбежаться. Я представляю, как она сейчас ищет. Казначейство взять это не в лабазе пошуровать. Да уж. Йоси. Не, Аарон прав. Тем более время такое, война. Эти бумажки цену теряют. Они, дай бог, нас завтра повяжут. На кой тогда нам эти деньги? А? Василий. Тебе решать, конечно. Ребята верно говорят. Больше у нас таких серьезных дел не будет. Сейчас лучше от греха в тину зарыться. Особливо тебе. Ну что ж. Выходит, расстаемся? Ну, вроде того. Ну, коли так, будем прощаться. Я никогда не слышал, чтобы генерал-губернатор так кричал. Ну, просто как кухарка. Слушайте, и такими словами... И правду сказать, опростоволосились вы, Алексей Дмитриевич, просто самым невероятным образом. Я не понимаю, просто не понимаю, как это так? Этот разбойник был у вас в руках, и вдруг непостижимо. Непостижимо! Меня поздно предупредил агент. Только ради бога, не надо никаких оправданий, никаких! В последние месяцы Котовский совершал по нескольку ограблений в сутки. Представляете себе? Это просто черт знает что. Хотя, как я полагаю, с другой стороны, скоро Котовский перестанет для нас быть головной болью. Да, да. Получив такое количество денег, он наверняка покинет Бессарабию и осядет где-нибудь за границей. Не хочу разочаровать вас. Господин полковник, но не уедет он за границу. Он же по натуре свой авантюрист. А Россия сейчас место для авантюристов. Ну вот! Вот! Благодарю вас. Только я размечтался, что мы, наконец, избавились от этого мерзавца. Да мы ищем его несколько недель. Если с пуда свеклы выходит спирта одна четверть, то со 100 пудов сколько должно получиться? 100. Сколько? 100. Правильно, правильно, господин главный инженер. Не 90, не 80, а 100. Тебя зачем наняли? Работать или воровать? Иван Антонович, ну не стоит так нервничать. А, извините, Бугради. Шел вон. Иван Антонович, я знаю, вы ездили проверять уборку хлебов. Ты хотел бы вас послушать. Да, конечно, идемте. Здравствуйте, дядя. Лидочка. Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте, Лидия Андреевна. Идемте. Да.
конечно. Голубчик Иван Антонович, поезжайте. Я же вижу, как Лидочка тут скучает. Но что поделать? Родители просили меня принять ее. Воздух здешних полей намного полезнее, чем городская пыль. Хотя, если бы не вы, она бы тут совсем затосковала. А при вас она прямо вся расцветает. Я готова. Все, поезжайте, не буду вас более задерживать. Не волнуйтесь, Илья Ильич, все будет в порядке. Ой, Иван Антонович, когда Лидочка при вас, я спокоен. Поезжайте. Ну вот, господин штабс-ротмистр, ваш приятель исчез. Растворился, так сказать, в эфирах. После ограбления казначейства вот уже несколько месяцев о нем, слава богу, ни слуха, ни духа. Да. Ради нашего с вами спокойствия я готов согласиться. Поиски результата не принесли. Я прикажу их прекратить. Я вам так благодарна за прогулку и за этот обед. Вот побывала в городе, а теперь так хочется обратно в поместье к дяде. А давайте поедем завтра кататься верхом. С удовольствием. Только если позволите после обеда, с утра у меня дела. Договорились. А, послушайте. Я знаю, что у вас скоро День Ангела. А позвольте мне сделать вам подарок. Ну что вы. Какая прелесть. Спасибо. Прекрасный выбор. Будьте любезны, примите, пожалуйста. Благодарю вас. А вы не боитесь вот так вот открыто хранить деньги? Ну, я имею в виду, вдруг грабители. А на грабителей у меня есть вот это. Ух ты. Да и нет сейчас грабителей. Прошли их времена. Как интересно. А вот Котовской? Шутить изволите. Во-первых, его где-то зарезали в пьяной драке. Угу. Это мне надежные люди сказали. Ах, вот оно что. А когда живой был, стороной обходил мой магазин. А, позвольте узнать, от чего же? Боялся. Они пытались раз меня ограбить, ворвались в магазин. А, ну и что же? Еле ноги унесли. Я даже стрелять не стал. Вышвырнул его за дверь. Потрясающе. Потрясающая история, не правда ли? Ну что ж, мы благодарим вас. Всего доброго. До свидания. До свидания. Прошу вас. Прошу вас. Ой, простите мне мою неловкость. Я, кажется, в ювелирном портмоне оставил. Обождете меня буквально минуту. Спасибо, извините. Значит, говоришь, зарезали в пьяной драке. Но дело в том, милейший, что я есть Котовский. Именно поэтому ты сейчас откроешь свой ящичек и достанешь оттуда все деньги. Это все? Смотри внимательно. Вот молодец. Нет, часы мне не нужны. Деньги. Да, и вот что еще. Если ты будешь нести всякую колесицу по поводу того, как ты меня выкидывал, или там еще всякое всячину, то я непременно вернусь и оторву тебе голову. Уяснил?
Ну вот, все в порядке. Слава богу, вовремя вспомнил. А то уж эти продавцы не равен час. Идемте. Ну, господин полковник, что я вам говорил? Правду. Вы говорили правду. Только что нам с этой правдой делать? Не в его натуре жить спокойно. Ну что ж, мы устроим ему неспокойную жизнь. Возобновите розыск и в городе, и за его пределами. Как угодно, но мы должны, мы обязаны его взять. Слушаюсь. Любезный, этого человека не видели? Будьте любезны! Надо бы сегодня поехать еще и успеть сено делить. То, что крестьяне из полукосили, ну и то, что платно. Считать надо. Да, кстати, неплохо бы с ними завтра расплатиться. Иван Иванович, голубчик, надо бы на винокурню с инженером поговорить. На винокурню не надо. Я его уволил. Простите? С утра еще. Жалко, что по морде напоследок не дал. Вернее, дал, конечно, но не шибко. Иван Анатольевич, голубчик, а кто же вам дал право свои порядки устанавливать? Вы простите меня, но я напомню, что поместье-то все-таки мое. Да, конечно, поместье ваше, кто же спорит. Но ведь за порядок поместья перед вами отвечаю я. Так ведь? Ну да. С вами встретились. Постарели, постарели. Из чего это у вас? Из винтовки, доктор. Из винтовки. Как же вы с такой раной 12 верст пробежали, а? А это смотря кто гонится, доктор. Так глядишь, может, и вы пробежали. Так, ну все, хватит. Доктор, давайте побыстрее. Пациенты еще в тюрьме ждут. А ты не торопи. Мне еще на каторгу шагать. А шагать не придется, Гриш. Тебя повесят. Ты что, забыл, что сейчас война? Фронт совсем близко. Никакой каторги не будет. Да, я повинен в том, что грабил людей. О мотивах своих я уже рассказывал. Я признавал также, что всегда имел при себе оружие, но никогда не пускал его в ход. Вы можете назвать меня бандитом, но на моей совести нет ни одного убийства, ни одного пятна крови. Очень трогательно. Но для чего-то вы же имели при себе оружие? Ну, признайтесь, Котовский, вы пустили бы его в ход, если бы ваши жертвы вдруг отказались отдавать вам деньги и ценности? Они не отказывались.
Господин капитан, как следует из материалов дела, успехом в поимке преступника, находящегося ныне под следствием, мы обязаны прежде всего вам. Я содействовал розыску в меру своих сил и в пределах определенных неслужебных полномочий, господин прокурор. Как бы вы оценили степень опасности подсудимого? Определять степень опасности подсудимого не входит в мои обязанности, господин прокурор. Ни как офицера, ни тем более как свидетеля на данном процессе. Да, но вы, несомненно, прилагали все возможные усилия для розыска подсудимого. Это определялось степенью тяжести и вызывающим характером преступлений, совершаемых Котовским. Не так ли? Хорошо, я отвечу на ваш вопрос, так как я его понял. На мой взгляд, преступления, совершенные Котовским, носили не только уголовный характер, но и были направлены на подрыв основ самого государства. И да, в этом случае я прибегал к особым усилиям для розыска и поимки этого преступника. Благодарю вас. У вас есть еще что-либо, что вы могли бы сказать суду? Да. Да, я хотел бы передать записку, которая была обнаружена при задержании Котовского. Эта записка была приложена к пистолету, в котором находился единственный патрон. Я полагаю, эта записка дополнит портрет преступника, сидящего перед нами. Очень-очень интересно. Ну что ж, будьте добры, зачитайте. Сия пуля при трудном положении принадлежала для меня лично. Людей я не стрелял и стрелять не буду. Григорий Котовский. Ну и как он? Как он выслушал приговор? Ну, в обморок, конечно, не упал. Но побелел. И сказал суде, что о помиловании просить не будет. Просит лишь повешение заменить на расстрел. Заменит? А что, герцог Ангейский, что ли? Чтобы его в крепостном рву расстреливали. Повесит, конечно. Можно что-нибудь сделать? Теории, да, но на практике. И все-таки? Смертные приговоры утверждает генерал-адъютант Брусилов. Он наша губерния, так сказать. Военная власть. Если кто-нибудь подаст прошение. А кто? Не я же в своих погонах. Так или иначе, но ты не заслужил. Как знать, кто из нас и что заслужил?
Добрый день. Добрый день. Знаете, я хотела бы видеть Алексея Алексеевича Брусилова. Его превосходительство в отъезде, в действующей армии. Да. Но его можно как-нибудь найти, написать ему письмо, где он? Должна же быть какая-то возможность. Ну да. Откуда вам знать? Добрый день. Чему обязана? Хотела переговорить с его превосходительством, с генералом Брусиловым. По какому вопросу? Хочу просить о помиловании. Я супруга его превосходительства. Меня зовут Надежда Владимировна. Пойдемте, вы расскажете мне о вашем деле. Вы давно с ним знакомы? С юности. Почти 20 лет. Понимаю. Я хотела бы попросить вас. Я понимаю, о чем вы хотели бы меня попросить. И я готова была бы помочь вам. Вся беда в том, что Алексей Алексеевич сейчас находится в войсках. У меня нет никакой возможности, чтобы срочно говорить с ним. Может, вы напишите ему письмо, я готова ехать на фронт. Вас не пустят. Но ведь можно что-то придумать. Поймите, вы моя единственная надежда. Я знаю, что приговор уже отправлен на утверждение генералу. Подождите минуту. Его превосходительство генерал-губернатора. Надежда Владимировна, дорогая моя, да неужели вы думаете, что я мог бы отказать вам вашей просьбе? Тем более, что милосердие так пристало супруге воина. Да я просто умилен и с огромной радостью пошел бы вам навстречу. Но что же я могу поделать? Алексей Алексеевич уже прислал нам утвержденный им самим приговор, и мы обязаны немедленно привести его в исполнение. Скорбная, так сказать, миссия. Горькая сторона обязанностей власть придержащих. Сожалею, Надежда Владимировна, искренне сожалею. Ничем не могу помочь. И все-таки я думаю, что кое-что вы можете сделать. Отложите казнь, пока я не найду возможности переговорить с Алексеем Алексеевичем. Я не думаю, чтобы он знал то, что должен был знать, подписывая этот приговор. Убедительно вас прошу отсрочить исполнение приговора на 5 дней. Выполните эту мою просьбу. Тем более, как вы сами изволили заметить, милосердие пристало жене командующего фронтом генерала-адъютанта Брусилова. Благодарю вас. Всего доброго. Я это сделала не для него. Для вас. У нас с вами всего 5 дней, чтобы отправить на фронт письмо Алексею Алексеевичу, получить от него ответ. Опоздаем хотя бы на час, они его повесят. А до того? До того они его не тронут, побоятся. К моей просьбе они отнесутся с уважением. Чёртова кукла! Ну когда же, наконец, запретят бабам совать нос в дела государства? Ведь лезут! Лезут! Как в лавку за кружевом. И попробуй ей скажи что-нибудь поперек. Ведь у неё же муж! Послушайте, любезный, мне лестно, что вы согласны со всем, что я говорю. Но хочу заметить, что если бы ваша тюрьма не была проходным двором, из которого Котовский мог уходить, когда ему заблагорассудится, то его давно бы уже
У меня бы не было этой головной боли. Да прекратите вы, наконец, мотать головой! Сколько сейчас? Запомните время. Ровно через 5 суток вы должны будете его повесить. И сделать это мгновенно. По моему указанию. Ну-с, любезный! Вот теперь, наконец, вы можете кивнуть. И отправляться выполнять свои прямые обязанности, пока у вас последние заключенные не разбежались. Должен вам сообщить, что в Петрограде произошла революция. Государь отрекся. При этих обстоятельствах я не считаю возможным приводить в исполнение приговор суда в отношении вас. Я вынужден просить вас о сохранении спокойствия. Несмотря на драматические события в России, я по-прежнему ответственен за происходящее в уверенной мне тюрьме. И в случае необходимости должен буду принять любые меры для поддержания порядка. Я не знаю решения нового правительства в отношении вас. Не решусь ничего обещать. Но вы человек слова и имеете вес в уголовном мире. Я прошу вас обещать сохранять спокойствие. Более того, помочь сохранить его и среди других арестантов. Я могу на вас положиться? Да. Благодарю вас. Слава Богу, с этим бунта не будет. Обиду на нас не держите. Смотрите, как все переменилось. Вчера вы были под арестом, а завтра... Вот уж воистину. Пути Господни неисповедимы. Григорий Иванович, если нужда приключится, слово замолвите. Можно просить о такой милости? Можно. Отчего же нет? Можно. Ты, Гриш, да ты похудел совсем. Да, похудел, похудел. Что же извозчика-то не наняли? Какой извозчик, Гриш? Митинги кругом, революция же, а? Васька неизвестно куда исчез, мы как тогда разошлись, он как в воду канул. Сейчас тут такое поднялось. Свобода, Гриша! Да. Не зря же мы за нее так долго боролись. Да. Самое главное, с этой свободы не поймешь, то ли всех грабить можно, то ли никого. Гриш, ты не поверишь. В общем, голова кругом. Меня вот революция освободила.
Мы слышали. А вы, стало быть, уезжаете? А что же Зильберг? Не знаю. Сейчас на жандармов охота идет, так что понятия не имею, где он. Ух ты, какая встреча! Господа буржуи! Ну что, сволота, драпать собрались? Это у нас что такое вот здесь? Это краля. Что такое? А ну, подите отсюда все вон! А, тут ты что? Извините. Может, свидимся еще? Может. Убил. Thank you.